Привет, ребята! Сегодня я хочу вам рассказать про свою любимую педаль, которую купил больше года назад. Это педаль DNM Drive от компании Kili. Это овердрайв, который совмещает два типа овердрайва в одном. На правой стороне это овердрайв и буст, буст, переходящий в овердрайв, с выраженным среднечастотным диапазоном. И на левой части это больше полноспектровый овердрайв, который идет от небольшого перегруза, но уже перегруза, до практически фуза, если ручку гейна выкручивать на максимум. Давайте послушаем по отдельности каждую сторону, а потом я включу обе стороны вместе и послушаем, как они могут друг с другом совмещаться. Играю я сегодня через виртуальный усилитель Archetype Plini, очень живой и натурально звучащий, а также использую эмуляцию кабинета от Amplitude 4 коллекции Fender 2. Все настройки вы можете увидеть на своем экране. Приятного полета с Gavrin Sound Around. Теперь я хочу использовать эту педаль в режиме Boost. Для этого мы уменьшим ручку гейна практически на минимум. Левел поднимем, тон сделаем где-то на серединку. Добавим чуть-чуть гейна, чтобы услышать тот самый характерный перегруз с выраженным среднечастотным диапазоном. Поставлю примерно чуть меньше половины. Теперь увеличим гейн до 3/4. Поиграем что-нибудь такое. Правая сторона педали мне очень нравится. Я использую как для подгруженных ритм-партий, так и для соло. Использовать ее можно также в разнообразных стилях, от блюза до какого-нибудь хард-рока, на самом деле. Левая часть педали рассчитана на то, чтобы на ней играть с большим количеством овердрайва, потому что, в принципе, даже на минимальных настройках гейна она уже дает большое количество перегруза. Попробуем ее на 1/4. Такой яркий, интересный перегруз, богатый, насыщенный овертонами. Но при увеличении ручки гейна мы получаем что-то еще более интересное.
Увеличивая ручку гейна, соответственно, мы переходим в территорию больше зафузованного такого звука, на котором приятнее играть какие-то мелодии и даже соло-партии. И теперь самое интересное, как же они звучат вместе. А для этого надо просто включить режим Then into Mic или Mic into Then. Соответственно, Drive в Boost идет или Boost в Drive. Используя различные комбинации направлений, получаем разные оттенки тона. При использовании направления Overdrive в Boost мы получаем более среднечастотный сигнал, выраженный в средний после частот. При обратном направлении сигнала из Boost в Drive мы получаем более насыщенный, более яркий звук. Сейчас мы это послушаем. И сразу же меняем направление и получаем совершенно другой оттенок звука. Сегодня я вам рассказал про свою любимую педаль Dynamic Drive. Если вам было интересно, ставьте лайки, конечно же, пишите комментарии. Если о чем-то вам не рассказал, спрашивайте, я обязательно отвечу. И подписывайтесь на канал. До встречи!